Конечно, с ним неудобно было. А кому обещали, что удобно должно быть? Конечно, не предполагается за таким артистом умение так двигаться. Ну, вроде бы не предполагает. Вроде не должен он уметь. Он не предполагает. Олег Иванович, он был очень жесткий человек. При этом внутри, будучи романтиком. Вот как это соединялось в нем, Олег, да пусть он еще сложнее был бы. Да пусть еще жестче. Да пусть еще, там, я не знаю, скрытнее. Да пусть еще, да все что угодно. Все, что он имел, да еще в 20 степеней больше. Так это же подарок. Это же подарок разгадывать, разговаривать с таким человеком. Да пусть он еще... Как это остаться самим собой? Не хамить при этом, да? Не ожесточаться, не злиться. И оставаться самим собой, да? И быть верным вот духу своему. Вот это вот Олег Иванович, по-моему, делал абсолютно блистательно. О, сесибо, ну до чего ж сесибо, ну до того сесибо. Тарирарин, таран, тарарарин. Ну что такое? Что просто сесибо.